каждый месяц в социальных сетях болельщики выбирают лучшего игрока. И мы в Балтике уже 3 года как придумали хорошую традицию, которая началась при Евгении Калешине, продолжилась при Сергее Игнашевиче, продолжается сейчас при Саныче. Болельщики на предматчевой тренировке приходят и вручают приз лучшего игрока непосредственно тому, кто этот приз выиграл. В этом месяце у нас Кевин Андраде. Впервые. Кевин, поздравляем. И Елизавета вручает тебе памятный подарок. Мы от всей души поздравляем с отличной победой. Это абсолютно заслуженная победа. Мы очень рады, что вы в нашем клубе. И надеемся, что это не последняя награда лучшему игроку для вас. Сейчас поздравляем. За Балтику лично я болею во многом благодаря отцу, брату и дяде. В детстве я увлеклась футболом, уже немного позже, в более осознанном возрасте, начала узнавать побольше о нашем местном футболе, о Балтике в целом, о ее истории, особенно в конце 90-х. Многое я знаю о том времени благодаря папе и дяде. И уже, когда прошел чемпионат мира, когда у нас появился прекрасный стадион, у меня появилось новое дыхание. И с 18 года я не пропустила ни одного матча Балтики. И сейчас активно приучаю племянников к болению. Активно их в это вовлекаем всей семьей. И надеюсь, что это наше продолжение. И мы будем гордиться такими болельщиками. Мы переехали с Великобритании 5 лет назад в Калининград. И дочка заболела футболом. Поэтому мы стали ярыми фанатами Балтики. Вот последний год не пропускаем ни одной игры Балтики. Я тоже прониклась в эту субкультуру, скажем так, атмосферу. Я теперь самый ярый фанат. Я, по-моему, кричу громче всего 133-го сектора. Мы очень любим бело-синих. Мне в Балтике очень нравится атмосфера, какая тут, какие болельщики тут. Я решила сделать плакат с Алексом. Да, он мой любимый футболист, потому что мне нравятся его усики. Решила сделать плакат. Меня сфоткали, я была уже рада, что меня сфоткали наконец-то. И потом написал Иван, который сказал: я приглашаю вас на предматчевую тренировку. Я уже просто не могла спать, просыпалась в 6 утра и прыгала от счастья. Надеюсь, что в этом сезоне мы вырвемся в РПЛ, будем побеждать всех подряд, не будет больше ничей. Вперед, балтийцы! Для меня это по-настоящему детская мечта. Наконец-то здесь, с клубом, с командой, после стольких выездов вместе с клубом, все время наблюдение с трибуны, наконец-то побывать здесь, это по-настоящему здорово. Я сейчас, правда, еле сдерживаюсь, чтобы от радости не плакать, уж извините. Но это, правда, потрясающе, и я рада, что по сути, я исполнила свою мечту, и еще и могла ее исполнить племянником в более раннем возрасте, наверное, когда еще и я об этом начала мечтать. Но когда мне об этом вчера сообщили, я, конечно, была очень счастливая, прыгала по комнате. Потому что, ну, для меня, да, это исполнение мечты. За Кевином мы следим с того момента, как он только появился в Балтике. Мы возлагали на него очень большие надежды, и мы безумно рады, что он их оправдал. Это действительно очень техничный, очень профессиональный игрок, который радует нас каждую игру, и мы надеемся, что он будет радовать нас и в дальнейшем. Балтика – моя любимая команда. Желаю ей победы 5-0, чтобы мы выиграли.